Будь-яка дія повинна мати певну мету та результат, інакше вона не матиме сенсу. Це стосується як і повсякденної діяльності людини, так і таких масштабних акцій протесту, як Євромайдан. До чого призведе таке волевиявлення українців? З цим запитанням ми звернулись до херсонців. Я думаю, що вони знайдуть компроміс, і в нас буде все добре. У нас достатньо мирні люди. Да, ну, как бы есть свои нюансы, поэтому я думаю, что найдут компромисс и будет все хорошо. Я думаю, что завершится все, как звичайно. Покричать, покричать, и на этом все закінчиться. А хотелось бы, звичайно, чтобы переміг Майдан. Все-таки мы будем в Евросоюзе. В общем, все будет благополучно. Власть наша уйдет, или ее просто оттуда выпрут, и начнется Начнутся опять там всякие революции, короче, и так далее, пока кто-то не станет на место Януковича. Хотелось бы, чтобы оно было без жертв и чтобы у нас было все хорошо. А так я к чем закончится, не знаю. Наверное, спокойствием уже, в конце концов, молодежь напляшется. Вот. А, наверное, люди более-менее такие взрослые поймут, в конце концов, к чему мы придем. Когда закончатся у людей деньги, которые оплачивают этот выход на Евромайдан, тогда разойдутся и все будет нормально.